Всем привет! Сейчас я нахожусь на море, и сегодняшняя распаковка у нас будет вот на природе. Вот оно, море. Нашел уютное место, и тут мы распакуем. Забыл держатель для телефона, пришлось возвращаться, забрать его. Сейчас мы найдем какое-нибудь более подходящее место и продолжим с этим картбордом собирать его. Я посмотрел, я реально не знаю, как его собрать, сейчас будем пробовать. Пока это, я считаю, это Google говнобордом, то есть это какая-то подделка жалкая, без инструкции, я ее собрал неправильно, видите, здесь нос должен быть, и вот выемка для носа, то есть теперь придется все разбирать и переделывать обратно. Вот, плюс я еще не одуплился, куда ставить вот это вот все, без какой-либо инструкции могли бы положить, конечно, я понимаю, что там весь мир уже этим играется и доволен, но ко мне еще эта штука не попадала, и очень сложно собрать ее, не понимаю вообще, ну как бы конструкция, конечно, простая, вот, и интуитивно понятно, что куда, но можно же ошибиться, вот, так получше, вот, так поправильнее, вот здесь вот оно все гнется, я когда закрываешь, потом отлепляешь, оно все гнется, видите, сопливая такая коробочка получается, вот, я думаю, там пару десятков открытий, и оно все рассыпется вообще в хлам, вот, ну, пусть пока попробуем, но для тестирования, я думаю, мне хватит. Вот здесь у нас эта штука должна быть, вот мы ее вставили, вот. Опять неправильно сделал. Ёлки-палки. Капец вообще. Линзы повыпадали. Ну что за жопа. В общем, собрал я эту горе-конструкцию. Теперь у нас нос в нужном месте. Вот. Линзы выпуклы в ту сторону получается.
Проверим сейчас, как это все работает. Все очень хлипко, и вот именно эта коробочка, она рассыпется, наверное, через неделю, через две. Я как бы не советую ее покупать, если вы хотите там что-нибудь такое более-менее, лучше заплатите там на 3-4 бакса. Там, по-моему, Google Board оригинальный можно найти за в районе $5. Ну, я посмотрю еще, то есть здесь интернет не ловит, где я нахожусь. Вот, поэтому точно сказать не могу. И лучше, наверное, все-таки купить Google Board, где будет инструкция. Вот. Ну, вообще, эта коробочка приобреталась для того, чтобы посмотреть, попробовать, интересная вещь или нет, чтобы потом купить, к примеру, там от Xiaomi ту же, да, уже пластиковую с резинками, со всем-всем-всем, да. То есть, если неинтересная штука, то просто оставить ее, тай поигрался и хватит, так сказать. Почему-то я боком сижу в тачке. То есть понятно, да? Сижу в тачке боком. Наверное, надо вот так сесть. Ух ты. Нет, не прокатывается. В общем, резюмируя, я вначале сказал, что лучше купить Google Cardboard, да, там будет инструкция, как слепить его, эту коробку. Нет, честно сказать, вот мой вывод, лучше все-таки взять вот такую вот долларовую коробку, если вы хотите просто попробовать и понять, пойдет вам или нет. Мне же, я сделал впечатление, что мне этой коробки вполне хватит. Интересные игры, я попробовал две игры, мне понравилась вторая, это на едешь на в вагончике, да, там по природе, и мне изначально ничего там по пещере по какой-то едешь, мне не понравилось, но потом, когда мы заехали под воду, вот там были впечатления, конечно, мне под водой уже понравились, рыбка такая плывет рядышком, ну, как настоящая, мне очень понравилось. Вот, в принципе, для того, чтобы попробовать, поиграться, и я уверен, что это не более чем там увлечение на неделю, поиграться на недельку и потом я об этом на долгие годы забуду, поэтому вполне достаточно вот такой вот коробки. То есть, в общем, я не впечатлился до того момента, чтобы покупать уже пластиковую версию, которая сделана с пластиком, с ремешком и так далее, более такие крепкие. Вот, я думаю, что мне вполне будет достаточно этой версии, пока она не развалится, поиграться. Пару игр я поиграю, пару видео посмотрю, и на этом все закончится. Конечно, если я впечатлюсь настолько сильно, что захочу реально купить что-нибудь подороже и покачественнее, чтобы оно не было таким хлипким в руках, то вы об этом, конечно, узнаете, потому что мы сделаем на это обзор, и я об этом обязательно расскажу. Ну, а пока на данный момент...
больше, чем вот такую вот коробочку за бакс с лишним, я брать, ну, досоветовать не могу никому. Поэтому, если хотите, берите. Даже переплачивать за Google Cardboard с, ну, именно гугловскую версию, оригинальную, с картинками, как собрать, не стоит, потому что в принципе, справиться можно за 15 минут, включить какую-нибудь инструкцию на YouTube и за 15 минут собрать. Даже без инструкции, видите, несложно было собрать. Вот, на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч и удачных покупок! Привет! Привет, Белочка.